стартует премьера на НТВ «Марлен», 20-й серии, дата выхода 8 марта 2021 года, сюжет в структуре главного следственного управления нет отдела, специализирующегося на преступлениях в довольно специфической среде селебрити. Представители богемы — люди влиятельные, известные, состоявшиеся и состоятельные, поэтому раскрытие таких преступлений требует самых неординарных приемов работы. Именно такими и обладает следователь по особо важным делам Марлен Георгиевич Симонов. Он представитель старой школы, который за годы службы отточил непревзойденную наблюдательность и буквально превратился в ходячий детектор лжи, способный вывести из равновесия любого, чтобы тот рассказал даже больше, чем хотел.